Всем привет! Сегодня мы будем рисовать. Я не придумала. Ну, давайте, допустим... Я не знаю, что реально нарисовать. Ну, давайте нарисуем, например, одного кота. Я вам покажу, как рисовать. Ладно, так и быть. Я так посмотрела, что никто не посмотрел, где рисовала Маху. Смотрите, я рисую вот здесь, а вы можете нарисовать где угодно. Хоть на бумаге, хоть на планшете, хоть на обзоре. Везде рисуйте, где хотите. Только не говорите, что это вы сами придумали. Это была идея моего учителя, а не ваша. Поняли? Не выдавайте Так, нет. Надо поуже делать ветку. Просто у меня толстый лист такой. Смотрите. Сум закрашиваю, это надо коричневым. Теперь берем розовенький, ну вообще. Можете даже полосатым сделать. Делаем вот такой кружочек. Вот такой пример. Пример, да. Это типа Вот. И смотрите. Я сделаю поменьше, хорошо? Смотрите, тут его лапы. Короче, смотрите, как рисовать. Раз, два, три. Наверное, это все умеют, знают. Если я заехала, то это для меня страшно. Слава, здесь смывается. Стоп. Ладно, на второй. В следующий раз нарисуем. Это третья страница, я не заметила. Это у нас в художке мальчики. По художке. Да, не по ИЗО, а по художке. Потом мы все обводим. Тут у меня не поместится прям длинная. Вы рисуете длинную, я... Нарисую как могу, если ноги... Блин. Я сделала покороткие, а вы длинные. Хорошо, просто у меня здесь это не вмещается, блин. Еще он все большой. Я вообще на всю сделал хорошо, но вы сделаете, знаете, ноги, смотрите. Вот такие. Хорошо. Ребятки, если вы будете повторять за мной. Рисунок такой. Еще и детский. Какой-то у меня он вообще... Ладно, пусть такой, но вы рисуете поаккуратнее. Ладно, аккуратно сделаю, уговорили. Вот такой. Да, такой нормальный. Это нас у художки мой учитель. Если вы будете снимать, как вы рисуете такого кота, то тогда не говорите, что типа это ваша идея, все такое. Так. Бабушка, наверное. Пришла. Или это телефон.
котик. Теперь будем рисовать мою морду. Это нам пригодится, чтобы все обмыть. Пока вот эти вот веду. Смотрите, рисуем. Короче, раз. Нет, смотрите. Ну, типа, кричит. Ой, ну, типа, вот такого. Спасите, помогите. Спасите, помогите. Вот если вы меня помните, в прошлом канале у меня было несколько. Я недавно сейчас. Примерно полчаса назад. Так, что-то там принесли. Вот. Вот. В следующем видео мы продолжим рисовать этот рисунок. Пока, всем пока.